Гоп, стоп, мы подошли из-за угла. Гоп, стоп, ты много на себя взяла. Теперь расплачиваться поздно. Посмотри на звезды, посмотри на это небо. Взглядом тверезым посмотри на это море. Видишь, это все в последний раз. Теперь расплачиваться поздно. Посмотри на звезды, посмотри на это небо. Взглядом тверезым посмотри на это море. Видишь, это все в последний раз. Гоп, стоп, ты отказала в ласке мне. Гоп, стоп! Носила кожи крокодила, все полковникам стелила. Ноги на ночь мыла, мир блатной совсем забыла. И бюро за это получает. Ты шубки белечки носила кожи крокодила, все полковникам стелила. Ноги на ночь мыла, мир блатной совсем забыла. И бюро за это получает. Сэмэн, засунь ей под ребро. Гоп, стоп, гляди, не обломай перо. Об это каменное сердце под колонной, а ну-ка, позовите Герца. Он прочтет ей модный, очень популярный в нашей синагоге отходняк. А ну-ка, позовите Герца, Стаста, старенького Герца. Он прочтет и модный, очень популярный в нашей синагоге отходняк. Пощады не проси. Гоп, стоп, и на луну не голоси. А лучше вспомни ту малину, Васькину картину, где он нас с тобой прикинул, словно на витрину. В общем, не тяни резину. Я прощаю все, кончай ее в СМН. Ты лучше вспомни ту малину, Васькину картину, где он нас с тобой прикинул, словно на витрину. В общем, не тяни резину. Я прощаю все, кончай ее СМН. Но ведь гоп-стоп, скажем так, она, в общем, ну, а-ля блатная песня. Да не а-ля блатная. Не, она по музыке это спиричел. Я вообще в Гарлеме с черными пел эту песню с большим удовольствием. Это спиричел? Ну, конечно. Там есть английские переводы, если я спою по-английски. Это, кстати, аранжировка очень близка к Диксиленду, да, которую вы сейчас прослушали. Да, да. Ну, это диксилендовская музыка, достаточно традиционная. А с точки зрения стихов, там на блатной, так сказать, романтике все это сделано, но это песня про любовь. Ну, она чисто такая, диксилендовская музыка. Гриш, ну а как вы работали вместе с Александром? Блестяще, просто блестяще. Получил массу удовольствия, выпили очень много чаю, понимаешь, все время общались. Все время и спрашивали, друг, ты как? Ты еще нормально? Он говорит, я в порядке, давай работать. Да.
А он говорит, ты еще там что? Я сейчас все, 2 секунды, я уже все нормально. Все, одну ноту надо взять. Возьми одну и все на сегодня. В общем-то, в целом работа шла. Вот до чего доводит чай. Ну да. Константин Баканов, газета «Собеседник». Григорию, наверное, вопрос. Я был, разумеется, и на сольных концертах Григория, Александра Яковлевича. Но когда я побывал на вашем совместном концерте, то у меня сложилось впечатление, что вы все-таки немножко разные. Вы сами довольны этим проектом? Нет, недовольны. Нет, недовольны. Конечно. Очень недовольны. Сыро не было, сделано. Да, согласен. Ну, этот концерт, по идее, надо, конечно, было репетировать, работать. Ну, без чая, во-первых. И, ну, по поводу чая, это все, конечно, юмор, конечно, это вы понимали. Было две команды. Команда Александра Яковлевича и мои музыканты. И мы как-то пытались это совместить. Но это не очень хорошо получилось. Поэтому, на мой взгляд, я не знаю, как думает Александр Яковлевич, но концерт был не очень хорошим. Конечно. Это правда.